Более 20 лет в Десногорске городской клуб по дартсу обучает своих воспитанников ловкости и меткости. Ребята с раннего возраста оттачивают навыки в бросках дротиков по мишени. И несмотря на один и тот же инвентарь, дартс является очень увлекательной игрой. Ребята с удовольствием посещают секцию и приобщают к этому виду спорта своих друзей. Я узнала, что моя подружка ходит на дартс, и получается, я сюда хожу уже где-то месяца 4, это точно. Вот. И когда я сходила на первое занятие, мне очень понравилось, я решила, что именно вот это занятие для меня. Занимаются в секции по дартсу девочки и мальчики всех возрастов. Самые юные спортсмены учатся во втором классе, поэтому на турнире команды разделились на две подгруппы – учащиеся начальной школы и учащиеся среднего звена. Проведенная перед игрой жеребьевка определила участников турнирной таблицы. Каждый игрок получил свой персональный номер. В игре очень важен набор очков, но для того, чтобы их набрать, необходимо долго и упорно тренироваться. Руку набиваешь. От дротиков. Они же тяжелые, и там рывок должен, рукой должен быть правильный рывок, чтобы попасть в мишень. Игра продолжалась до двух проигрышей. Сражались спортсмены за призовые места в своей подгруппе. Турнир был напряженный, но атмосфера соревнований была дружеской. Игроки помогали друг другу в подсчете очков и давали рекомендации по метанию. В итоге после двух часов увлекательной игры определились победители. В младшей подгруппе первое место заняла Элеонора Хасько. В старшей первенство одержала Варвара Чумакова. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.